Я помню, как там я быстро вообще с этим наркотрафиком разбирался. Как именно, я уже не помню. Пипец. Садись, давай, поехали. Ну, он сейчас долго не выйдет. Так. Ну, тихо. Вот черт. Хватит по колесам шмалять, а? Ну, тут хорошо то, что мало сделок. По-моему, самое большое количество сделок — это 3. Но это все равно, блин. Пока доедешь, блин, пока отстреляешь, это пипец. А еще колесо, блин, пробег. Ну, по-моему, тут эти машины скриптованы у дилеров. Некоторых покупателей надо еще убивать нафиг, потому что они... гандонят. Поехали. Вот что значит на прокачанный пистолет, блин. Дамага пипец. По плану я могу сбить вертолет. Ля, сбил. Я, по-моему, с этих пистолетов могу спокойно, блин, машины начать. А вот я не помню, танки, по-моему, только с 5 там, по-моему, с 8 обоим. Одного пистолета, ну это где-то... Я точно не помню там сколько и как. Потому что, блин, это было давно, это аж было, да, год назад я играл, да? Это было просто вот такая психоделика, это капец. Контроль над городом. Ладно. Так, телефон. Так, хочу вот эту. Because they'll jump at the chance to sell to us. Nope, because we already have the deed. Come again? We take the deed from the lockbox and purchase the store in our name instead. Well, if they can't argue. Вот это сейчас, ну, это, по-моему, там легче тоже будет. Нам, по-моему, надо будет с крыши немного пострелять, блин, и все, в принципе. Я все еще в поисках своей машины, любимой. Я, небось, раз 50 уже пропустил. Ну и пофиг. А я не помню, можно машину банды... А, я ж могу изменить, по-моему, машину банды, во-во. Так, улучшить оружие. Да, нельзя улучшить это.
Вот это я сейчас просто офигел. Ну ладно, давайте. Ну и кулак нельзя улучшить. Пипец. Ну и зачем тогда мне в него, блин, пилиться надо было? Зачем эту парашу-то? Вон моя машина-то получше. Ой, я туплю как по-жесткому, а? Это ж, блин, нам просто объясняют то, что по городу разбросаны вот всякие куклы, деньги, блин, надо их собирать, и ты будешь получать там определенные бонусы. You're supposed to try and find them all. You're really not making it better, mate. I've seen Morningstar all over the city doing deals and shit. So they'll be easy to find. Ладно, пофиг, поедем так. What are the goodies were in the box? An apartment building. I thought you just got a new flat. Brick and mortar, baby. Real estate is cheap. Как много говорят, это пипец. What? Так, это я куплю себе. Да. Так, ну я, кстати, думал то, что успею пройти Saints Row до Нового года, но я, скорее всего, не успею, потому что, блин, пипец это будет. Это надо просто вот... Блин, а я забыл, что тут операция банды еще будет. Я думал, это чуть в другом обучении будет. Ну ладно, пофиг, мы их расстреляем, в принципе, да? Так, и все, не может теперь валить. Тут, по-моему... Блин, я помню... Тут запарился на КамАЗе, блин, выезжать. Ладно, пофиг. Looks like we pissed them off again. Bit of a tight spot here. Headed friendly fire. That should get them to back off. Why? Because we own it. So we got boys protecting. Any place the Saints own should be able to take the heat off you. Good to know. Ладно, поехали. Сколько вот машин стреляют, блин? Нифига. Ну, стёк спокойно пробиваются, а так-то, ну, вообще, пипец. Бешеная. Ладно, пофиг, вот так развернулся. I believe на это. Блин, самое, кстати, весело в мультиплеере, ну, в совместной игре, это, блин, эти кооп-миссии. Ну, точнее, там, погоня за зайцем или что-нибудь типа такого. Это, ну, вот, мне, блин, так весело было. Мы с Романом, по-моему, играли, да? Пипец вам было. Или не с Романом, я не помню. Но я помню, там играл с кем-то. Ну, из моих дружбанов, да? Вообще весело было.
Так. Так, меня тут не было. Отлично. Так, моя машина. Так, миссия. Вот танковый разгром. Вот это вообще интересно. Я, наверное, танковый разгром перепроходил раз по 5. Каждый. Просто едешь на танке и все расхреначиваешь. Это приписка. А за цели определенно там, блин, такой бонус шел. Ой, вот за это я вообще обожаю Saints Row The Third. И, наверное, я все-таки буду проходить Saints Row 4, если у меня комп потянет, у меня он тоже потянет, в принципе. Ну там, в крайнем случае, если что не подтянет, это я знаю, что там может не потянуть, да? Это очень маловероятно, но возможно. Где тушка-то? Так. Там, по-моему, потом когда счетчик комбо закончится, это пипец, что там, по-моему, будет. Там, по-моему, бонусы какие-то начисляются за комбо. И я не помню. Так. Миссии. Профессор Дженкинс. Так. Извиняюсь, я ваш... Ну так скажу. Если... Играйте вдвоем, да? И плюс еще... там NPC должен быть, да? То, в принципе, это самый идеальный вариант, как по мне. Так, ну... Hello, Steelport, and welcome to Professor Genki's super ethical reality climax. Time to see... Кстати, это, по-моему, появляется только в DLC. Пипец. Ну, что, кстати, могу сказать, то, что это очень лосило. Особенно, когда ты, блин, это, пытаешься уворачиваться от одного, плюс еще, блин, это, по тебе кто-то шмаляет откуда-то. Или ты по кому-то стреляешь, и ты еще уворачиваешься там от огня, от электричества и всякой, блин, еще параши. Которую просто можно, блин. Так. This game looks deadly, because it is, but it's still probably safer than driving in Steelport. Там, по-моему, если не ошибаюсь, за комбо, блин, дополнительные деньги, что дают. As many times as
this former gangbanger has been shot at, blown up, run over, and generally put through hell, this competition probably seems pretty routine. Да, немного, по-моему. You are going to make Professor Genki-sized dollars driving hoes around, that's for sure. Cha-ching! How do you shake that one off? О! Да, блин. Да, это весело, но это для меня всегда было достаточно сложно. А, за компу, по-моему, эти даются. Оружие. А, ну я давно, кстати, набил, оказывается. И тут это, все деньги, которые вы тут зарабатываете, вам, по-моему, начисляются. Плюс еще бонус, который у вас стандартный, да? Стоит вот здесь, процентов будет здесь там. У меня, по-моему, десятка всегда была. Почти что. Итак, продолжаем. Так, деньги получили. Давайте меньше урона от пуль, чтобы мы получали. А то это не очень хорошо, да? Так, ну, крепости мы улучшать пока что не можем, по-моему. Так, братки. Пусть будет резерв. У нас, да? И, в принципе, все. Так. Так, так, так. Ты едь! Водила там и... А, в ухо. Угу. Тачка. Где тачка? Тачка, тачка, тачка. Ну, где-то тачка, где-то тачка. Где-то тачка. Надеюсь, это та, блин. Потому что я ни хрена не могу вспомнить, как она выглядит. Не, это не то. Ну ладно. Тоже возьмем, надо смыться. Ого. А, блин. По-моему, я только что торч видел. Блин. Называется, налетел, блин. Ладно. Я помню, его как-то вот так просто бегу-бегу нашел. Стой. Так, ну, по-моему, Темпрос. А, не, не Темпрос. Нет, Темпрос. А, нет, этот. Рейкастер. Ну, ладно. Быстрая машина, но она... Так вот, такая жизнь.
Она быстрая, но она в повороты вообще не вписывается на полной скорости. Вот она, моя малышка, по-моему. Да, точно, моя малышка. Так, карта. Блин, я б людей царапаю свою машину. Вот торч без бавления скорости, ну, особого, да, вписывается в поворот вообще идеально. У других надо, блин, почти в 50% случаев сбавлять скорость, мать. Иначе в поворот ты не впишешься, понимаете. Так. Ну, прокачать я на максимум не смогу, по-моему, да? Но нитродвигатель на горец я поставить смогу. На остальное у меня денег не хватает. Да. Блин. Так. Я сейчас разберусь, почему у меня так гудит ЖДшник, и вернусь.